Коллеги, всем доброе утро. Сегодня у меня произошел небольшой такой маленький конфузик, и я на личном примере хочу показать, как не стоит делать, да? Произошло вот что: мою страничку ВКонтакте заморозили на сутки. При всем том, что я сама всегда своих партнеров предупреждаю: девочки, не отправляйте спам, вас заблокируют. Что я делала? Я отправляла штук, наверное, 10-15 таких открыточек с добрым утром. То есть, смотрите, системе не важно, что вы пишете. То есть безобидное там послание с добрым утром, да, но система поняла, что я однократно сделала одно и то же, я много раз сделала одно и то же действие, и система ставит уже блок. Поэтому, если мы что-то отправляем однотипное, нужно либо там имя вписать, либо какую-то фразу, но постараться, чтобы таких ситуаций, конечно же, не было, потому что уверена, многие, может быть, там запаниковали, что куда я делась. Поэтому сегодня, 3 ноября, я работаю со странички мужа, ссылку вы найдете ниже под этим видео, а также на страничках в Одноклассниках и в Фейсбуке. Я вас призываю выкладывать на своих страницах полезный контент, чтобы людям было интересно, что у вас происходит, и тем самым они просто будут сами присоединяться к вам и в дальнейшем к вашему бизнесу. Поэтому будьте внимательны, будьте профессионалами, и всем удачного дня! Если вам понравилось просмотренное видео, ставь лайк и подписывайся на канал. Также, чтобы просмотреть другие интересные видео, кликайте по ссылке на экране.